Всем привет! Мой новый ролик создан при помощи вот этого канала. Он любезно мне разрешил использовать несколько секунд его видео, за что ему огромная благодарность. Всем, кто интересуется дальнобоем по США и обзорами новых американских легковых автомобилей, прошу, проходите на этот канал, подписывайтесь. Канал большой, интересный, канал известный. Вот такие здесь видео. Обзоры автомобилей, грузовиков, работы полиции в Америке и многое другое. Все ссылки на этот канал в описании и в первом закрепленном комментарии. Хейтеров прошу не беспокоиться. Жалко. Человека жалко, не трак. Вот вам. Вот это я понимаю тяжелый труд, а не то, что мы сейчас катаемся. Итак, старый трак мексиканский вы видели, а теперь новый. Ага, охренеть, я тоже охренел. Короче, на границе они есть у нас, бескапотники ваши. Но дальше вглубь они не заходят. Номера мексиканские, естественно. Такой свежий бескапотник я в Америке не видел пока. В общем, что только не увидишь тут на границе. Блин, бедный рифер у него. Полураненный. Ну, я думаю, это олигарх мексиканский какой-то имеет вот такой трак. Я своим знакомым тоже уже разослал. Говорю, смотрите, нашел наконец, говорю, ваших. Блин, как тут все грязно. Вот, есть они, но на границе и в единичных количествах. Обслуживали. Ну все, сваливают наши мексиканские элиты. Мэн ушел в Техас. Тут приоритет у мексиканцев. У них, кстати, первым их выгружают и первым их загружают почему-то.